You're gonna need a bigger boat. GoPro стоп-видео. Ну и смотри, какие когти. Что она там делает? Семечки, может, какие-нибудь взять в дерево. Что он? Полез на дерево, наверное. Наверное. Да. Выглядит как человек, как интересно. Вау. Мускулатура такая. Ну что, мы прибыли в столицу острова Мартиник, Форт-де-Франс. И пока, честно говоря, я немного разочарована. Он не сгорел, он, по-моему, просто разрушился. Вот там стоят старые дома, типа исторические, наверное, деревянные. А мы пришли в парк, который был на Google Map картах. Там супер-пупер какой-то парк для отдыха. У меня нет слов. Остатки какого-то памятника, мраморного причем. Сгоревшего. Ну, что-то его поджарили. Филиппка. Здесь, кстати, больше народу ходит в масках, чем в Санта-Ане, или до этого мы стояли, забыла, как называлась стоянка. Здание библиотеки. Никита все загородил. Ну, вперед, иди. Как-то здесь не очень спокойно, и почему-то, я не знаю, мне здесь некомфортно в этом городе. Первый раз, наверное, за все путешествие. Даже на Кабо-Верде, про который нам много кто говорил, что ой, бойтесь, там я себя чувствовала комфортнее. Внутренние ощущения. Вот заброшенный дом. Хотя снизу вроде в гаражные ворота стоят. Это, наверное, считается центр города, потому что тут вот площадь, церковь. И, собственно, очередь в Макдональдс. И внутри все забито. И это, наверное, культура такая. Какой-то город китайских магазинов и забегаловок с едой фастфудных, причем узких пешеходных тротуаров. Ну, как и во всей, наверное, Европе. А еще мы нашли, как растет ананас. Вы хоть видите, какая здесь грязь? Открывай другую, Филипп. Какой свинарник здесь вообще. Какая грязища. Я русский, я везде грязь найду. Но такой грязи. Закрывай, пошли. Я еще нигде не видел. А все-таки они перед входом разуваются. Первый суши-бар, все было остальное. Да ладно, серьезно что ли? My little varang. My little varang. Asian food trip. Мой маленький варанг. А цены посмотри, вот. Я бы в Asian food сходила. Ценник, конечно. Little varang. Говори. Так,
по штагу 16 метров. А у нас штаг сколько? Поэтому, возможно, нам придется просто его, короче, прям полоску все отшить и прям пришить ее просто в новом месте. Поняла. Ты думаешь, он больше, чем нам надо? Так, фут 5, 6, 7, 7,60. Да. Потому что здесь, вот смотри, вот эта дырка, вот это вот, не по... а, это что-то отклеилось, тут его перештопывали, тут приклеена была вот эта вот ткань. То есть, если вот эту всю ширину вот сюда переложить, мы и дырку эту закроем. И вот здесь, видишь, драная. Ну да, его нужно просто, короче, вот эту синюю отпороть. Вот, как он стоял, и у него от солнца вот внешняя часть просто, короче, погибла. Вон они, слушай. И здесь вот отгнило тоже. Вы что тут за свинотинку прикормили? Набивайте! Хорош, окей! Не-не-не, хватит! Чуть-чуть опустить! Отпусти чуть-чуть! Еще. Окей, скручивайте. Просто великолепно. Так быстро ставить и скручивать парус никто не умеет. Франс вообще весь накрыло дождем, ничего не видно, и похоже на нас движется эта туча, сейчас нас польет, а мы идем в Сен-Энтони, в Санта-Ану, да. Меня все время дети поправляют, и я все время неправильно говорю. Там в пелене дождя идет сухогруз, его вообще не видно. Маран куда-то шел, развернулся, пошел обратно. Что там? Мокрое полотенце. Страшно. Нам куда-то туда. Туда. И скорость сразу меньше, по-моему, стала, да? 4. Еще дождик идет. Да? Я ничего не вижу. Солнце вроде не все выглянуло, а не видно нифига. Дальше отойдем. Вот примерно где чуваки вот на спас-плоте плывут. Вот, видишь, впереди. Мы за ними пройдем и уйдем в Санта-Анну. Мы будем фоткаться в Санта-Анне. Сегодня мы будем пробовать наш фок-парус. Он должен быть вообще офигенный просто, короче. У него форма безупречная, просто обалденная. Должен прям вообще фигачить. Единственное, что вот здесь все-таки низковато я сделал вот этот
это верхний блок, он должен быть в два раза выше. Это на моторе идет, это на моторе, это моторная лодка. Вот катамаран на парусе, еще кто-то. Там еще парус. Там просто парусник уходит в туман, так красиво. Вон откуда-то из океана на квадроциклах едут товарищи. Какое твое любимое лакомство, хочу узнать? Что ты там ешь так увлеченно? Нет, а сейчас что ты ешь увлеченно? Ну, лук из баночки. Нам совсем нечем есть. Дети едят лук из баночки. Правильно. Это еще месяц нам есть.